Привет, зритель. А у меня тут распаковка. Я не ждала, а оно внезапно пришло. Ну, в смысле, я ждала немножко позже. Косметика, косметика. Одна сплошная косметика, да? Но если ты хочешь не одну сплошную косметику, ты можешь мне что-то прислать. Там пакетик. Еще одна коробочка для кошечки. Слушай, зритель, знала бы, что она такая шуршащая, я бы ее засмотрела. Приклеила на совесть. Это такой прикольный пакетик. А внутри прям... Видимо, у него внутри, может, какая-то пупырка. Короче, я его оставлю, и можно поасмрить. Вот кто любит АСМР звуки, когда увидите эту распаковку, скажите мне в камеру или еще куда-нибудь, зашли бы вам такие звуки или нет. Сюда пока положу его. Да, у меня тут всего лишь один продукт. Но зато какой... 6 месяцев после вскрытия. Это у нас отшелушивающий тоник с ахокислотами для любого типа кожи. Гликолевая кислота, молочная кислота, серверотроп. Не знаю, что это. От Dan Touch My Skin. Так, наносить 2-3 раза в неделю с помощью ватного диска после умывания на чистую кожу после впитывания наносить остальной уход, не использовать на поврежденной раздраженной коже. При применении использовать защиту от солнца SPF не менее 30. В первой неделе использование лосьон может вызывать небольшое жжение и покраснение. Срок годности 18 месяцев с изготовления. Так, сделано оно у нас в городе Королёв. Раньше у меня там была... Были друзья, может, они и сейчас там есть, но уже мы не друзья, к сожалению. То, что есть в твоей коже. Состав. Так. Оно сначала было отклеиваемое. Я зачем-то его приклеила обратно. И ты теперь хрен отцепишь. А я на днях как раз ногти подстригла с Децл. Я зачем его себе заказала? Мне просто вдруг стало интересно, что, во-первых, я узнала про существование таких тоников. Во-вторых, подумала, почему бы и нет. В общем, тут вода, глицерин, вообще, ну, все такое прочее. Я потом на него отзыв на Арике оставлю. А вы, если чем-то подобным пользовались, поделитесь со мной своим мнением в комментариях, пожалуйста. О, открылся. Ну, выдавливать я пока не буду его. Тут 125 миллилитров, кстати, потому что, ну, мне вот... Ну, некуда мне сейчас выдавливать. Может быть, в шортике на себя намарафечу, а может быть и нет. В общем, если хотите поддержать канал, где-то будет облачко, я скажу вам спасибо. Если что-то давно ждете, а я никак не запишу, ну, могла забыть дела всякие. Можете напомнить мне в комментариях, я постараюсь это выполнить. Либо напомнить после того, как напомнили. Ну, всякое бывает. Всем спасибо за просмотр. Ну, короче, я буду рада, если вы подпишетесь на мой инстаграм. Я туда тоже иногда выкладываю какие-нибудь фоточки и видео. И в последнее время довольно часто. А если вы еще не подписались на мой канал на YouTube, то тоже подпишитесь. Мне тоже будет приятно. Ну и пока!